Так, у нас сейчас стоит Hyundai Sonata, пробег 500 тысяч, масло последние 2 года не меняли, конечно, черненькая, машина уже плохо тянет. Магнит. Надеюсь, будет видно сейчас. На магните очень высокий слой нагара. Выработки железных пистонов или чего там. Ну, на такой степени, что уже, наверное, не будет прилипать новое. Так, дальше будем разбирать. Так, Hyundai Sonata. Для того, чтобы поменять фильтр, нужно будет разбирать, половинить коробку. Потому что фильтр стоит внутри. Сейчас, если будет хорошо видно. Вот он, фильтр. Внутри коробки стоит. Нужно половинить. Коробку разбирать.